здание, прям как из кино, из космоса. Просто город мечты. Вот, вот, вот эти вот здания. Они такие красивые. Прям как с другой планеты. Всем привет, друзья. Меня зовут Саша. И сегодня мы с вами посмотрим город мечты Алматы. Или как правильно произносить? Алматы. А еще в Википедии написано Алма-Ата. Алмата — это самый большой город в Казахстане. Поэтому я просто обязан его увидеть. Кто видит это видео впервые, я из Украины, и я никогда не видел город Алматы. И сегодня будет моя первая реакция. Также, друзья, я только что узнал то, что Алматы — это бывшая столица Казахстана, а сейчас Нур-Султан, ну или Астана. А также население этого города 1 миллион 854 тысячи человек. Мне вот даже интересно стало загуглить, какое население в столице Украины, Киеве. Давайте сейчас я загуглю и вам скажу. 2 миллиона 884 человек. Вот, 2 миллиона 884 человека на 2017 год. Но я думаю, уже 3 миллиона, 2 года все-таки прошло. Ладно, друзья, мне уже не терпится поскорее увидеть этот город, но перед тем я должен вам кое-что рассказать. Те, кто впервые на этом канале, то у меня есть такое же видео про Нур-Султан. Вот это видео. А также у меня есть виртуальное путешествие по Нур-Султану. Вот это видео. И если вам понравится это видео, и если мы наберем, наверное, ну давайте 1500 лайков. Я еще никогда не просил лайки, чтобы вышло какое-то видео. Просто хочу увидеть, нравится ли вам эта рубрика. В общем, я сниму видео, где я попутешествую в виртуальной реальности, в очках виртуальной реальности по Алматам. Я надеюсь, что все получится. В общем, ставьте лайк, если вы хотите увидеть подобное видео. Друзья, ну а при этом нас сегодня получает Гулим Кудайберген. Вот твой комментарий, спасибо, то, что ты его написал, Гулим. Если вы хотите получить привет от меня, просто подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите любой комментарий вон там внизу, и, возможно, именно вы получите привет от меня в следующем видео. Блин, мне уже не терпится начать и увидеть поскорее этот город. Поехали! Город Алматы, Алматы-Сити. Так и называется видео. Интересно, было бы, знаете, прикольно, если бы такие буквы на самом деле были. Но это же монтаж. Весь Алматы. Ух, прям завораживающе. Экспо 2017. Экспо — это, по-моему, выставка какая-то или концерт, я не помню. Мне что-то писали. Такие красивые таймлапсы идут. Ну, это видео в ускоренном виде. А дороги-то какие ровные. Прям как в Киеве, наверное. И горы. Фонтаны. Вареники. Знаете, вот после этих кадров мне прям захотелось посмотреть казахские национальные блюда. Вот это экспо, по-моему. Ух, зима. Мое любимое время года. А это что, были горки какие-то? Что это такое, вот интересно? Алматы, 2010 год. Слушайте, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Может быть, это горки для лыж? Или какие-нибудь... Я не знаю даже для чего. А может быть, это аквапарк какой-нибудь? Хотя нет, вряд ли. Но очень интересно было бы узнать. Здание прям как из кино, из космоса. Юрта. Музей, наверное. Национальная одежда. Ух, поющие фонтаны. У нас в Николаеве тоже появились фонтаны, которые прям танцуют под музыку и разными цветами светятся. Цирк. Просто город мечты.
наверное, здание, в котором... Я даже не знаю, может быть, мэрия? Очень красиво. Голуби. Колесо обозрения. Просто в этом городе есть все. Все, что нужно для счастья. И парки, и фонтаны. И река. Прям мурашки по коже бегут. Беркуты. Все Алматы за 5 минут. И праздники разные, все, что нужно. Ты, а вот это здание, оно мне напоминает какой-то замок, знаете, как в кино. Вот это стеклянный замок. Я помню, я видел фотографии, жалко то, что здесь не показывают это здание. Ну, в общем, вот я его фотографию оставлю. Напиши, пожалуйста, что это за здание. По-моему, это торговый центр, если я не ошибаюсь. Велопробежка. Велопарад, точнее. Ух, и фантастическая природа. Просто город мечты. Так красиво заснято. Вот, вот, вот эти вот здания. Вот, я про них, да. Они такие красивые. Прям как с другой планеты. Ночные Алматы. Я ждал это. Такая подсветка везде. Блин, почему в нашем городе такого нет? Казино. Я прям уже завидую. Я бы хотел хотя бы побывать в таком городе. Салюты. Прям мурашки по коже идут после просмотра этого видео. Вот серьезно. В общем, друзья, на самом деле, город Алматы — это просто город мечты. Там есть все, что нужно для счастья. Я бы очень хотел побывать в таком городе хотя бы недельку. Да. Серьезно, там и казино, и фонтаны, и реки, и красивое здание, как в кино. Знаете, вот здание, ну вы, вот здание, вот сейчас покажу. Эти вот здания, они реально как с другой планеты. Просто шокирующие. А еще парк развлечений. Но этот город очень большой, поэтому в него вмещается все, что нужно для счастья. Это же самый большой город в Казахстане. И население там почти 2 миллиона человек. Наверное, уже 2 миллиона, потому что я думаю, то, что... А хотя сейчас я могу проверить. Это данные были на 1 января 2019 года. Ну, наверное, уже 2 миллиона. Друзья, у меня будет к вам огромная просьба. Пожалуйста, напишите мне в комментариях список городов самых больших и самых красивых в Казахстане, которые еще стоит посмотреть, потому что я хочу познакомиться с городами Казахстана поближе и открыть такую рубрику. А также обязательно поддержите это видео лайком, если вы хотите увидеть путешествие по Алматам. Виртуальной реальности, где я буду крутить на 360 градусов голову, я побываю как будто в реальной жизни в Алмате. И будет очень круто. Кто не знает, у меня уже есть видео подобного плана, ссылка на них в описании. Вот этот плейлист. А также у меня есть уже подобное видео про Нур-Султан. Вот оно. Переходите по ссылке в описании и смотрите. Я уверен, что вам понравится. И еще напишите, пожалуйста, кто из этого города, как там? Я бы хотел в нем побывать. А кот от таких эмоций аж уснул. Ладно, друзья, огромное вам спасибо за просмотр. Пока-пока. Увидимся.